Так, ребятки, у меня день начинается не с кофе, пошла на массаж, буккальный массаж лица. Меня предупредили, что мне натянут глаз на жопу. В принципе, это со мной сделали, но хочу сказать, что эффект мне нравится. Я реально взбодрилась и чувствую, что прям подтянулась. Так что штука хорошая. Другое дело, что вряд ли на это время ходить постоянно, но даже так вот разово действительно есть эффект. Значит, дальше. У меня сейчас задача застраховать свою машину. У меня кончилась каска вчера. Следуя вашим рекомендациям, я решила все-таки сделать страховку. Правда, выбрала страховую компанию Екатеринбург. Впервые к ней обращаюсь. Надеюсь, я об этом не пожалею, потому что я про нее, честно говоря, ничего не слышала. Но у Ренессанса, Альфа и так далее, прошу прощения, прайс был совсем неадекватный. Поэтому решила рискнуть. Вот. Но проблема, следующая проблема, что мне нужно помыть машину перед тем, как ее на осмотр перед страховкой вести, а все мойки забиты под завязку. Казалось бы, мойки на каждом шагу, и все равно нет мест. Оказывается, это до сих пор, видимо, прибыльный бизнес. В общем, меня, как всегда, спасли в SVX, нашли для меня окошечко, сполоснем сейчас машину и поедем страховаться. Тут на столе турбина со Skyline, значит, привет предыдущим ораторам. Но нельзя здесь герметик, здесь должна быть прокладка, прокладка здесь должна быть! Поэтому и текло. Попробуем ее восстановить, посмотрим, она задымила на стенде. Это ТД-06 с Evolution, посмотрим. Так, пока жду машину с мойки, вкратце расскажу, какая у нас ситуация. На настройке у нас пошел белый дым из выхлопной трубы. Соответственно, сразу подумали, что турбине настал конец. Эту гипотезу мы сейчас проверяем. Турбина очень много лет простояла на машине. В принципе, весьма логично, что она крякнула. Но, может быть, мы сможем ее все-таки восстановить, потому что новая турбина со всеми прибамбасами к ней стоит больше 200 тысяч рублей. Этих 200 тысяч, естественно, у меня их сейчас нет. Впереди еще сезон, поэтому нужно как-то разумно распределить все затраты. В общем, держу кулачки, надеюсь, что получится воскресить то, что стоит сейчас на Skyline. Так, ну что, застраховала я свою красавицу страховой компании Екатеринбург. На самом деле максимально дружелюбные работают там ребята. В принципе, мне все понравилось, и есть мысль для вас выпросить промокод, скидку на страховку страховой компании Екатеринбург. Давайте вот здесь вот оставлю ссылку на них, посмотрите, почитайте, если вам это интересно, дайте знать. Ну и скидку, естественно, какую-то приличную, там, не процентик.